Всем привет! У нас сегодня будет в видео много ремонта. Один вагон и 4 локомотива. Всем приятного просмотра! Всем привет! У нас сегодня будет ремонт. Вот вагончик, вот такой вот холодильничек. Я уже, конечно, уже здесь кое-что подправил, но все равно. Вот будет у нас ремонтик. Да, хочу вам сказать, я на Ютубе сделал новый канал, будет ссылочка внизу, не только на мой канал, будет и на Сказочника, ссылка внизу будет под видео. Вот, там тоже будут ролики выходить, и, естественно, здесь на Ютубе тоже будут выходить ролики. Вот, кому интересно, вот, подписывайтесь на Ютубе, на Диму, на Сказочника канала и на мой Пико Александр. Вот ссылки будут внизу написаны под видео. А мы продолжаем. Вот у нас тут вот запчасти всякие. Вот такой вот локомотив. Ну, как всегда, резиноход будем восстанавливать. Вот в таком видео пока у нас. Что у нас тут дальше? Тут запчасти какие-то у нас. Вот. Пятьдесят пятый. Будем смотреть, что с ним. Тут фонарика нет. Фонарик будем устанавливать. Вот такой вот у нас 55-й. Как говорится, ремонт у нас очень много. Вот тендер от него. Все это мы тоже посмотрим. Все это будем потихонечку. Людмила у нас тут тоже. Вон все громыхает. Будем все это приводить порядок. И, как всегда, неваляшка 80-й. Тоже все его сделаем. И он у нас будет симпатичный. Ну что, я приступаю. Ну, с первого мы начнем с Людмилы. Вот Людмила. Сейчас я ее... Ремонт я не буду показывать. Просто вы слышите, что там гремит все это. Мы сейчас ее посмотрим, установим. И я покажу, что она уже будет на ходу. Все, я приступаю. Потом дальше буду снимать. Вот что у нас Людмила. Все, тут грузик выпал. Все это мы будем восстанавливать. И вот сама Людмила... О, не едет она, совсем не едет. Никак она не хочет. Все это мы будем делать. Ну, я приступаю, а потом покажу, как она будет выглядеть. Ну вот, Людмила готова. Буфера здесь поставил. Вот. Тут поставил, тоже с этой стороны тоже не хватало. Грузик я установил. Ходовой все перебрал. Там фонарик, вон он готов, стоит. Вот вагон тоже готов. Осталось только вот верхние. Я напечатаю попозже. И в конце ролика вы увидите, что вагон тоже восстановлен. Ну, смотрим, как он ездит. Прекрасно. Людмила готова. И у нас очередной теперь пациент. Вот 55-й. Беда с кулисами. Не знаю, я еще не пробовал, ездит он вообще. Но с такими кулисами, конечно, его нельзя ставить. Сейчас мы это все поправим. Тоже проведем профилактику. Сюда наклеим блески. Видите, нету ни одного. А здесь фонарика не хватает. Все это мы поставим сейчас. Все, приступаю. И дальше потом сниму. Ну вот, 55-й готов. Фонарь я вам поставил.
Вот так он симпатично смотрится теперь. Цепочки выпрямил. Спереди, сзади. Вот он. Там блески тоже поставил. Стоят. Ну, с ходовой, конечно, мне пришлось помучиться. Ну вот, представляете? Прекрасно бегает. Прекрасно бегает. Ну, остался у нас 80-й и резиноход. Мы их сейчас будем тоже делать. Собирать, ремонтировать. Вот они у нас. Здесь колесо ставить полностью. Скобочки. Здесь колеса. Посмотрим. Вот он. Ну, я приступаю. Ну, вот Праус готов. У него не оказалось двигателя. Колеса не падают теперь полностью. Все установил. И смотрим, как он прекрасно бегает. Прекрасно бегает. Его снимаем. И ставим резиноход тоже. Восстановил я его. Колеса я поставил, которые не хватало. А он вообще скоростной. Ну, вот такой заказик у меня полностью готов. Людмилу видали. 55-й тоже. Вагон готов. На этом все. Кому интересно, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, пишите сообщения. По возможности я отвечу. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.